Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус. Мы играем в Upgrade Your Army, давно не играли в нее. Это карта от какого-то безумного разработчика, который мне постоянно пишет: поиграй, поиграй в мою карту. И я сжалился и запустил ее. Хотя, конечно, иногда здесь многие моменты оставляют желать лучшего. Но, тем не менее, появилось много новых модов, появились какие-то клевые артефакты, появилась возможность усиливать юнитов, и убрались эти вот бесконечные безумные расы. Раньше было очень много всяких самых разных рас. Вот бедный чувак, который понял, что карта на русском. Загрузочный экран и описание его в этом не убедили. Надеюсь, что играть будет интересно. Но не очень, не особо в этом уверен. Строим лесопилку. О, кстати, а ратуша 500 дерева стоит, ёпрстая. Вы в курсе? Да, да, да. А я-то хотел в быстрый экспанс сыграть. Ну, ты раньше так и играл, да, видать. Да, теперь меня занерфили. Ну, можно поменять голду на дерево. Да, 600 на 200. Ну, кстати, не так-то плохо. Ну, а 500-500 стоит, блин. Пока добывается. Есть режим, где мы получаем инком за убийство, и вот он мне, конечно, интересней, но что-то как-то он не выбрался почему-то. То ли я не доголосовал, то ли шо. Но в любом случае, к сожалению, мы сейчас играем в классический режим. Но в любом случае, если карта зайдет, то можно будет поиграть в тот. Если не зайдет, то даже инком за убийство, боюсь, не спасет. При всей моей горячей любви к инкому. Героев, кстати, здесь нету. Но здесь есть очень сильные юниты. То есть там юнит 5-го тира может убить, там, не знаю, наверное, 200 юнитов 1-го тира. А, героев же точно, здесь же героев нету, как таковых. А юнитов уже можно строить? Я не могу никого построить. Ты рабочего заводишь в барак, изучив первый тир в лесопилке. 100-100 стоит первый тир. Так, а в лесопилку относить можно, если что. То есть она... Мне, кстати, вот кажется, кому-то покажется откат назад, что раньше здесь было там 200 тысяч миллиардов раз, а сейчас здесь всего 2 расы. Но мне кажется, лучше так, чем просто какая-то жесть несбалансированная, безумная, странная. Так, казармы. А где герой-то, кстати? Герой есть, это как общий спелл какой-то? Верфь Альянса. Можно, кстати, корабли строить. Кстати, можно... А, здесь, получается, добавились острова, и можно разведывать острова самые разные. Ученик. Я, например, далеко от острова. Хотел ему написать что-то, как ему играть, но что-то я понял, что мой уровень английского не позволит ему рассказать. Я юниты, кстати, айтемы носят. Да, Серега, напиши, что типа построй лесопилку там. Все дела. Нажимай циферки, заводи юнитов в бараке. О, юниты второго тира у меня невидимые. Всегда? Не, в смысле, я на старой графике. Ага. У тебя уже второй тир прокачан, ничего себе ты даешь. Лесопилочка. Рабочие. Ну все, вроде. Все у нас складно, все хорошо. О, все, французу объяснили, как играть. Все, он понял, Серега, можешь не стараться дальше. Ну окей. Так, надо уже начать строить юнитов, потому что здесь довольно много денег за крипов дается. То есть я не хочу начать прям драться там или что-то еще, а деньги заработать. Ну, в общем-то, было бы странно, если бы я играл по-другому. Так, и еще, кстати, в лесопилке защиту можно прокачивать. Давайте тогда. Ой, идиот, я идиот. Просто я рядом с рудником строю главное здание. Ну. А как бы я за нежить. А. Так, да, странновато. Да, так, что делаем? Блин, денег нету. Ух. Ладно, пока отменим. Все, футмены есть. Зашибись. Все, качаем. Так, и, кстати, надо второй тир главного здания сделать.
Тоже не помешает, наверное. Ну, кстати, ребят, этот что-то не очень много денег дается за крипов, к сожалению. Но зато герой прокачивается вот с глобальными заклинаниями. Во, рядом со мной зерк. Зерк? Какой зерк? Зерк. Ну, чувак с ником зерк. Я думал, секретные расы есть в этой карте. Дерево надо рубить много, потому что его можно поменять на золото в этой карте. Это круто. Блок. Качаем крепость все-таки. Без этого никуда. И надо, конечно же, качнуть броню. Блин, что-то меня убивают. Какие-то опасные крипцы. Ну ладно. Ой, у меня тут сосед неприятный. Ты... У меня тут два неприятных соседа. Ты сам свой сосед, что ли? Не-не-не. О, сфера огня. Другой крата. Ух ты, смотрите, сфера огня 20 атаки огнем наносит, чувачок. Это круто. Качаем армор. Угу. Ну и, конечно, надо зачищать центр, потому что в центре много всяких ништяков. Там и можно получить... А, кстати, надо разведать, кто тут у меня есть. То есть там можно и инком получать, контролируя точку. Можно закупать лесорубов, насколько я помню. Можно айтемы покупать какие-то клевые. Можно айтемы выбивать клевые. Повышение защиты на 3. Взрыв, лечение, полиморф, отстой. Ну давайте защита и взрыв. Смотрим, что тут у нас за товарищ. А может тут никого и нет. У нас, кстати, не фул слоты, поэтому может быть тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка. А, кстати, можно... А, это по одной цели, что ли? Забавно. Взрыв по одной цели, черт. Мы войска ушли. Куда ушли твои войска? Они ушли драться со смертником зачем-то. Ну, нормально. Так. Здесь, наверное, будет мой защитный рубеж. Я построю здесь те пару таворок, которые я разрешу строить народу. Так. Оп. Забавно. А, не, взрыв все-таки ауешный. Я, короче, взрывом... Ага. Тосфорс тут стоит. Я взрывом потихонечку обужу юнитов убиваю. Забавно. Крипов. О, нет. Ну, кстати, у моего рабочего больше хп, так что у тебя нет шансов. Да, я с кратой подрался. Так, а может я успею убить? Не, наверное, не успею убить, но плевать. Ладно, эти юниты все равно далеко ушли, улучшать их как-то не хочется. И надо работяг строить. Так, качаем третий тир, качаем лесопильчество и вот эту тему. Башню улучшаем. Оп. Ой-ой-ой, что-то мой герой куда-то не туда ушел. Ты, чё, ты куда меня привел? Предательский Тосфорс. В гости к крате повел тебя. Так, давайте один работяга у нас сюда придет. Ой, тебя убили. Ну нет, нет, как же так? Ага, ну, леса много. Угу. Апгрейд юнитов еще ресурсов стоит, что ли? Да, конечно, а ты что думал, бесплатно, что ли? Уф, ну да. Так, ребятки, бежим, тут что-то нас убивают. Это двашные тут чуваки. Вот, чувак не хочет с нами играть. Так. Давай. Ломает на тут ратушу. Товарищ. Ну, кстати, я его убиваю более-менее. Товарищ Крата? Не-не-не, я с другой стороны дерусь. 87 маны. Блин, я на крипов взрыв потратил, а что-то чуваки как-то перелайфстиливают меня. Да ё-моё. Ну ладно. Походу конец этой базе. Ладно, делаем сильных чувачков. Так. Это халявный? Кто халявный? Ну, ты там строился на месте пустого челика.
А, да-да-да, ну, да, там халява. Ух, что-то чуваков все больше и больше тут, мне это не очень нравится. Ну ладно, надеюсь, что мои тир-3-шные ребятки с ним справятся, но не факт. Так, работяг, ладно, надо строить вот эту штуку обязательно. Надо здесь обязательно воткнуть барак и воткнуть вот эту штуку. И еще достраивать работяг тут. Нету лимита? Что-то он меня побеждает. Мне это не очень нравится. Какие-то скелеты тут. У меня тир 3 вообще-то, алло. Я должен быть сильнее. Тир 3 против тир 2. Вроде ладно, справляюсь. Так. О, скоро 4 уровень. Сейчас от этого завалю и будет 4 уровень. Это круто. Айтем. Крутяк. И качаем защиту и взрыв. Взрыв это АОЕ, это круто. База. Блин, что-то у меня денег очень мало. Все, возвращаемся. Прикольно, что можно на юнита свиток возвращения купить, и юнит возвращается. На базу. Ну, то есть, ты в центре, если что-то там ковыряешь. Надо чуть дерево поменять на золото. Ой, не то. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Все, баланс более-менее есть. Что-то походу с пылы по-прежнему имба. Ну, по крайней мере, смертник одним с пылом раскидывает вообще всю мою армию. Аналогично. Ну, главное, чтобы с пылы были у всех имба, если они имба. Ну, такое. Ну, а зачем с пыл, который раскидывает всю армию, зачем тогда армия, собственно говоря? А у тебя какого тира у тебя? Второго. А, ну второй, у меня уже 4-го. Второй тир сейчас немножечко уже не актуален. Ну, у него тоже как бы Т2 у него и Т1. Ну, не знаю, не знаю. Ну, мне кажется, что сейчас просто тир 2 не очень актуален, поэтому, ну, это не проблема. Раньше просто у кого-то были полезные спылы, а у кого-то отстой. Вот это вот реально я вижу в этом проблему. Ну, типа, если я не прокачал ледяную звезду, я теперь вообще дно. Ну, такое. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас я... Сейчас я кем стану? Когда вырасту хилером, что ли? Оп. Да, оп. А что ты не хочешь? Алло. Маг. У мага есть исцеление. Ученик светлой магии. В храм истины. Ученика... Лечение воскрешения. Да ёпрстая, а, магический храм, а где... А, лол, тут смотрите, мага ты сделал в одном храме, и потом можешь его еще это... В казарму отвезти? Ну, да, я, короче, вот, ну, если в храм истины отвезти, он станет хилером, а если в магический храм отнести, он станет огненным магом. Забавно. Так, что, денежки тут зарабатываются, ну, надо идти куда-то, что-то. Жалко, блин, мне хилеров не хватает. Ну, давайте я тогда одного хилера хотя бы сделаю. Хиляет по 17, конечно, так себе. Ладно. Так, как сюда попасть-то? А вот, так сюда попасть. Феникс. Вызов грузного феникса. Так, ну этого товарища надо все-таки отвести назад. Иначе он какой-то не очень. О, сильные айтемы, кстати, вот тут есть. 10% АОЕ, 20 атаки. Ну, что-то айтемы очень дорогие. Слушайте, что-то айтемы какие-то космически дорогие. 1500 стоит айтем. Ну, вроде нормас. То есть, получается, теперь тут куча юнитов есть. То есть, завел сначала в один барак, потом в другой барак, и у тебя там разные эти эффекты получаются.
Рыкс. А, блин, не туда. Ну ладно, плевать. Иди к нам. Вот ты теперь сюда, а потом сюда. Текс. Ага. Как у вас успехи? Да ничего, я тут сражаюсь с этим зергом. Он тут не стал на свою вторую базу выходить нормально. Поэтому я его порабощаю. Порабощаю. Так, вот сейчас у меня хиллер будет, надеюсь. Это я сейчас плохо сказал. О! Все, у меня теперь сильный хиллер есть, это крутяк. Надо теперь 5 качнуть, надо качнуть броню здания. Денег нету, блин. Ну ладно. Ё-моё, ну ладно. Ой, как хорошо тут все разносится. Ну, слушайте, сбалансированные тир 4 войска, это прикольно. Ну и прикольно, что сейчас есть разница, ну, разные варианты, во что играть. То есть, типа, мага такого сделал, улучшил его в другого. Прикольная тема. Фух, живем. Ой-ой-ой, тут кто-то есть. Тут гадский крата. А центр какой-то гад захватил. Да кто бы это мог быть? Да, непонятно. То надо крату наказать за призывы к насилию. Так. Что, денег много? Ну, кстати, надо сейчас хоба-хоба-хоба затарить лесорубов, потому что лесорубы крутые. Так, надеюсь, они выживут. О, отлично, я поработил смертника. Это круто. Так, лесорубы идут. Здесь что-то работяг нету. Значит, нужен мне очень сильный маг. Серег, ты что там молчишь и шумишь? Давай хотя бы поражай нас своими остроумными шутками. Да настолько все уныло, что этот, нечем вас впечатлить. Что тебе не нравится? У меня два юнита. Один тир-3, второй тир-4. Вот все, что у меня есть. А что ты такой слабый-то? Ну, на карте на развитие не мое. Вот дали мне одного крутого героя, тут я бы всех проботил, а так нет. Я думаю, ты бы и так не справился. Такс. Все. Все круто. Так, я терпять, наверное, сейчас качнул. Да. А что-то никто центр мне не идет отжимать. Алло, вы что? Да, нормально, все там инкома идет. Да, нормально. А никто что-то не идет мне мешать. Ой-ой-ой, что-то как-то на меня тут напало. Всякая фигня. Ой, да, пожалуй... Пожалуй, я не буду в этом участвовать. Зря. Тут еще в центре же наемники есть. Я какого-то товарища купил в центре. Так, ассасин. Ого, за 50 тысяч есть наемник в центре. Шипастые доспехи. Че ты, Сорс, че ты не дерешься-то? Так, а у тебя там куча каких-то этих чуваков пришло. Появилось. Ты их поработил разве? Да. А, мощно. О, тут еще кто-то есть. Крата. Че так нормально тут все уходит. Ой-ой-ой, тут в этот момент какие-то наземные гарги ко мне прискакали и что-то меня ломают. Ну и ладно. А, это твои ноги всякие? Нет. Нормально у тебя там затаренные. Да-да-да, я нормально затарился. Какие-то наземные гарги меня порабощают. Мне это не нравится. Так,
Ну что, делаем тир 5 коней, наверное. Так, 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 так. Ну и все, кони. О, супер кони у меня теперь есть. Нормас, а одного коня вот сюда отправим защищать наши рубежи. Можно, кстати, этими конями сбегать домой. Ой-ой, тут что-то и то с форс, и со всех сторон все. Так, кони прибежали. Ротация коней. Отлично. Угу. Димасик, а у тебя как успехи? Видимо, никак. Видимо, у всех дела не очень. Блин, тебя. Эх, такое-то. Так а что, держишь центр, покупаешь айтемы. Что тут такого необычного-то? Наверное, потому что мид один на всех. Ну, просто здесь, видишь, с мида сильного прям супер преимущества-то не получаешь. Прям безумного. О, я, кстати, до последнего левела качнул взрыв. Ёпарасоте, вот это взрыв! Чувак меня жарил, я одним взрывом всю армию убил. Забавно. Да, что-то жестковатый тут взрывы, согласен. Так, а вас куда можно отвезти? Вас в храм истины надо отвезти. Ну и ладно. Ага, все, возвращаемся, сюда идем. Кем можно подраться сильным? Есть тут сильные? Крату убей. Крату, да окей. Мне не сложно. Любая непонятная ситуация, убивайте крату. Так, Ctrl 1. Ну что, давайте вот этих вот товарищей убьем. Ой, здесь гидры появились. Угу. Ну, одной пачки, наверное, хватит пятого тира, скорее всего. Хотя можно потихонечку вторую готовить. Прикольно, что падает много айтемов, но их как-то слишком много разных, и из-за этого, блин, ну, что-то ничего не комбится. Воскрешение. Угу. Видимо, надо копить 50 тысяч на сильных юнитов. Что-то никто не хочет меня с центра ломать, видимо, придется мне к кому-то наведаться. К Крате, например. Ну-ка, кто тут у нас? Ну да, Крата рядом. Какой-то его паладос тут. Что-то он не очень долго жил. О, армия Краты. Так, а здесь что? Воскрешение. Черт. Но я пока никого вроде не потерял. Да, что-то я какой-то сильный. То ли... Ну, у меня, правда, куча... У меня пачка тир 5 юнитов. С очень много айтемов. Видимо, это сильно, наверное. Ну да, у меня только первый Т1... Ой, Т5 юнит появился. Ничего себе. Вадим, объем. Тогда. Это опасный. Бейте, что я-то... Я вон готов встретиться с любым. Сейчас мы Крате отомстим за то, что он хочет против меня собрать коалицию. О, вампиры. Ну,
конечно, чуваки со станом сильные. В этой карте все-таки типа несколько сильных юнитов. Полиморф, лечение. Угу. Все, крату мы порабощаем. Ой, что-то у меня тут товарищ хочет умереть. Это он зря. Свиток возвращения. О, у меня чувак с тремя свитками возвращения. Забавно. Что-то, Серега, ты перестал кликать, я волнуюсь. А, торговец. О, все, нет, Серега снова кликает, нормально. А еще не было слышно, как я кликаю? Да, какое-то время твои клики пропали, я уж подумал, что что-то не так. Так, ну-ка, имперский рыцарь, давай, телепортируйся сюда. О, центр захвачен, вот это да. Ну и ладно. Зато Крата убит. Ё-моё. Так. Ой, Крат все хвастается, что он мне чуть юнитов убил. Я там старался, контролил как мог. Так, что, надо еще построить работяг? А, ну на рудник, в принципе. А этих, наверное, надо куда-то сделать что-то. Так, теперь попробуем вот если с этого начать, с этого здания. А потом их сюда привезти. Так, так. Так, а теперь это здание. Угу. О, это совсем другие магистры копья. Так, и давайте еще, короче, работяг. Теперь сюда. А давайте просто сюда. Угу. Все, здесь все разобрали, зашибись и поперли дальше. О, кстати, голем какой-то огромный появился. С него, наверное, что-то падает хорошее. Тут Форс какую-то супер башню сделал. Какая башня-то жирная, ёпрсте. О, Серега. Двумя юнитами напал сзади. Чем богат, тем мы тут тем хвастаемся. Ну, хоть чем-то хвастаешься, уже хорошо. Наверное. Так, здесь уже ничего не осталось, в принципе. Ты все хвастаешься-то. Давай, пожалуй, тебя лишим одного юнита. Не, да у меня всего два юнита. Ну ладно, ладно. Спасибо. А может и не два, может я тобой манипулирую? Да ладно. Ну ты говоришь, тебе ничего центр не дает, ну типа 40 голды, лишняя шахта. Не, ну он не очень много дает, то есть, ну... Ну тут форс, ну я же сказал, пару башен. У тебя сколько башен? Ну пару башен на каждой базе, чё. Да ёпрсте, ну ты... Вот казалось бы, типа, не хочет, ну, хочется забанить на сфорс, а потом ты держишься. Ну, пара башен. Чувак на меня нападал, этот зерк. То есть, и что? Ну, типа, там я от тебя построил, тут ну, а я вот сказал две башни и сам соблюдаю это дело. На меня с двух сторон нападали, я на одной башне построил, на одной нет. Ну, тут сфорс, короче, я не знаю, ты как бы... Что ты хочешь? Бить твою ногу. Ну, просто потом ты обижаешься, я даже удивляюсь. Я не знаю, я понимаю, я поставил миллион башен в одном месте, но у меня... Мы договорились, две башни, все. Две башни — это две. О. Так, тут что-то на меня нападение какое-то. На меня тоже нападали с левой стороны, но я справа построил башню. Ну, кстати, я их уже и не построил, но это уже не важно. И это все.
Москву. Лучше не буду строить. Больше не буду. Так. Кстати, слева тоже можно... А, кстати, у меня здесь товарищи стоят. Можно ими порезвиться немного. Порезвиться. Так, чё там? Хулиганишь-то? Уже хулиганить нельзя. Да ладно? Можно? Нормально, ты просто взрывом убил меня, да? Ну а что делать-то? Да, ну взрыв чё-то, конечно, какой-то бред. Ну взрыв сильный, но у него большой КД. Не, ну я согласен, ну, да. Да, ты только мне, только что, считай, ты мне его скинул. Не, ну вот сейчас лучше, чем было раньше. Раньше просто у одних раз были имба заклинания, а у других нет. Сейчас хотя бы вроде более-менее что-то пробалансилось. Так. Что-то пробалансилось. А, взрыв, который, короче... А, странно, почему... А, потому что уменьшение защиты урона. Уменьшение урона от магии, поэтому... Они пережили один хотя бы удар. Крада тут пытается выжить. Забавный Крада. Так, чё, надо качнуть еще воскрешение. А воскрешение, я так понял, не работает, да? То есть оно пытается воскресить рядом с собой или что? А, не, мне воскресило кого-то, оно, кстати, воскресило нет. Воскресило у меня. А, лол. А, это то есть те юниты, которые вот у тебя сдохли, да? Они воскресились. Да. Это мы спер, гад. Тут Серега все бегает. Не, гидрофармы. Пока ты там делами занимаешься. Тут все что-то Крада пытается жить. Бедный Крада. Получается, у него жить не очень. Ну ты меня просто взрывом, пару раз взрыв кинул, убил пачку Т5 юнитов. Ага. Так, а есть, кстати, раньше же был типа суперсильный юнит, сейчас, я так понял, уже такого нету. Так, кстати, можно... О, а можно в эти 600 дерева получать золото. У меня дерево-то до черта, и оно мне особо-то не нужно. А ты, Вадим, не хочешь убить голема какого-нибудь, там по краям стоят? То есть ты очень хочешь центр захватить, да? Не, просто интересно, можешь ты големов этих убить или нет? Я думаю, могу. Ну, попробуй. То есть ты хочешь центр захватить? Я центр захвачу, у меня два юнита 5-го левела, которыми я бегаю тихонечко и убиваю все. У меня сейчас будет дракон за 50 тысяч, сейчас ферму как накоплю. Ой, построю точнее, у меня будет дракон за 50 тысяч. Круто. Бедный Крада. Я его одним юнитом контрю. А, ну, этот, главное здание хиляет. Ой, меня кто-то напал. Бедный Серега. Кто с форс? Не надо на меня напасть, у меня вообще ничего нет. А, ну, ладно. Ну, реально, у меня ничего нет. Два юнита 5-го левела, я бегаю тихонечко, убиваю макуров-прудовиков. Все, что я могу. Ну, ладно. Ну, живи. Да, я, типа, максимально бесполезен тут, поэтому на меня нападать нет смысла. Даже не покормишься. Я могу тебе дань присылать, знаешь, каждые сколько-то минут. Где ты находишься? Да нет. Ну, а я знаю, где тебя. У меня есть. Короче, я буду к тебе юнитов в раз какое-то время отправлять. Чтоб ты меня не трогал. Ого, дракон. Ну-ка, сейчас посмотрим, что за дракон. Так, и сейчас я еще за одну голем попробую убить. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что за дракон. Дракон стоит, получается, где-то как 20-30 юнитов. А, нормальный это дракон. Цель пятых? Да. Ну, он 50 тысяч стоит. О. Сфорс оживил своих этих. Гад. Только я отвлекся тут. Да, качу. Не всех убил. Да, 1000 атаки, да. Но он стоит как 20 юнитов терпятых.
Ну, тут можно ливать, короче, да? Ой, я голем, кстати, убиваю, Серега. Да ладно, какого? А, нет, нет, он меня убивает. Я смотрю, много айтемов лежит, а это моя армия разваливается. Я голем, отстань, козлина. Ёппарасоте. Блин, мне тут армию положили нормально. А, это ты говоришь, тебе армию положили. Когда ты меня там одним спылом бэм всех убил. Это не спылом. Это не спылом. А, даже он сам просто... Дракон, у него сплэш, да, есть? Не, ну да, у него сплэш, но он слабый. Ну, Серегин рабочий. Это, видимо, дань была. Видимо. А я их то с форса отправлял, а не тебе. Ну, ты видишь, вот, я... А, он еще не восприимчив к магии. Блин, а как голема-то убить? Только, видимо, драконами его убивать или как? Я не знаю. Так, а что если завести чувака сюда, а потом в магом сделать? Оп. Или я это уже делал? А, не, обычная фигня, черт. Что такое? Ну-ка, если сюда, а потом сюда. О, лучник. О, я лучников научился строить. Прикольно. Правда, уже забыл как. А, не, вспомнил. Так, все, подходим. Опа. А теперь... А, у него еще и реген нормальный у дракона. Да. Он 50 тысяч стоит, забей вообще. Так, Ctrl 2. Блин. Так, сейчас, ну что, моя задача убить голема, и, наверное, можно заканчивать, да, я так понял? Ну, типа, да, тебя никто не, этого дракона не убьет. Ну, тут есть другой дракон, который контрит этого дракона. Если у кого-то вдруг есть 50 тысяч золота, то вы можете. Всего-то навсего. Да? Так, а теперь заведем сюда, а потом в барак, что будет, посмотрим. Оп. А, или такое уже было? А, опять обычный... Мастер меча. Так, ну что, дракон, давай танкуй. Два подходит. Ну, у меня сейчас куча лучников, танкующий дракон. Я надеюсь, я убью этого вонючего голема. Серега, ты можешь попытаться состилить его? Я пока центр попробую это брать. Если мне тут форс не будет мешать. Да, блин, голем. Ой, дракон. Нет, нет, нет. Ай, как все плохо. Как все... Ужасно. Не, дракон убивает голема нормально. Живите, ребята, дружно, пожалуйста. А, ну, кстати, я могу сейчас воскресить своих работяг. Так, и что, падает часть... Ой, нет, я зачем-то своего дракона бью, нет. Часть комплекта вампира. Соберите два таких, и вы получите уникальный предмет вампира. Ух ты. Кстати, дракона нельзя айтемы поднимать, если что. Ну да. Еще бы еще айтемы можно было не подбирать. Да не, я бы не сказал, что дракон имба, потому что он стоит очень дорого. Ну то есть это типа как конец игры. Ну то есть механика эндгейма. А у тебя какой? Черный дракон или синий, или древний, красный? Сильный дракон у меня. Какой у него дракон тут? Синий вроде. Значит, нужно купить черный, когда на деньги. А-а-а. Через полчаса. Ах, Крата законтрил, мой рыцарь. Вадим, нет. Ну, мне так хорошо было в центре. Ого, увеличивает урон на 50%. Я, кстати, предложил автору, чтобы люди покупали разных юнитов. Я предложил авторам сделать, чтобы, типа, если у тебя есть три разных юнита, то этот... Ну, то какой-то бонус там получаешь. Ого, а где мой дракон-то? Я не понял. А дракон что-то забил туда идти. Глава. А это все мои юниты сдохли, что ли? Откуда столько айтемов валяется? Или у тебя тоже были айтемы? Да это мои. Ты всю мою великую армию из четырех человек убил? Ну вот. А что с дракон? А что с этого упало с голема? Сет какой-то, да? Не, выпал один айтем. Если два таких иметь, то получаешь уникальный айтем какой-то. Убей еще одного голема тогда. Сейчас.
Я могу тебе даже помочь одной лучнице. Я думаю, что ты не очень поможешь. Серега, твоя лучница любит рисковать здоровьем, конечно. Так, вот этот голем. Ну что, дракон танкует? Остальные дамажат. А, блин, он не... Не, он бьет вроде. Так, давайте подхиляем. Блин, гидры опять захватывают. То сфорс и гидры захватывают это. У тебя лучницы стоят, ничего не делают. Блин, зоны, а где, гонятся. Кстати, мой предмет вампира-то? Я-то не слышу. Лучницы стоят, ничего не делают. Да и плевать, это нормально. Да, блин, они мою лучницу убили. Видишь, что-то делали, значит. Да блин. О! Комплект вампира. 50% вампиризм, урон плюс 100, 100% скорость атаки, скорость воина повышается на 200%. А, это типа... Ну, фиг знает. Так, а есть с кем подраться вот еще, с кем-то сильным? Ну, вот сейчас я пойду на смертника, глядишь, у него что-то есть, ну, вряд ли. Слушай, а слева вверху и слева внизу есть куча красных точек. Как туда попасть? На корабле можно верх построить. Ну, ты можешь туда еще слетать? Да, я думаю, что это... Можно будет как-нибудь в следующий раз сыграть в инкомный режим. Мне кажется, это будет намного интереснее, чем это. И уже показать корабли. Я сейчас надеюсь подраться со смертником и... Ну, в общем, конечно, вроде что-то есть прикольное. Но как-то вот, в общем, не сказать, что прям супер интересно играть, честно говоря. То есть куча всего, куча контента, но как-то так. О, ну вот, можно подраться с товарищем. Что-то он, правда, не очень дерется. Так, так, так. Ой, гидры тут дерутся. Не, что-то он не дерется, к сожалению. А, хотя нет, дерется. Дракон тут всех жарит. Лучница берет предмет. Я, кстати, так что-то и не прожал на лучнице этот вампиризм безумный. Ну что, давайте прожмем. Ну что, давай, стреляй, родная. Птиу, птиу. Не, ну прикольно, конечно, но все равно не супер убийца она становится. Ну то есть дракона она, например, не завалит. Ну хотя это правильно, дракон-то дорогой. Здесь что-то птички какие-то летают. Ну, ребят, к сожалению, нормальных противников не было. И мы закончили. Ну, интересно мнение, вот, ребят, что, как тут надо добавить, чтобы стало интереснее. Потому что контента куча, есть куча уникальных фишек. Но вот как играть, непонятно. То есть даже вот сейчас я сильный, как не закончить эту игру? Ну, ходить туда-сюда, напал в одну сторону, на меня напали в другую сторону. Но потом докоплю еще на одного дракона через, там, минут 10. Ну, и вообще всех, наверное, убью. Ну, вот механик... Нету каких-то вот механик камбэка, эндгейма, ну, каких-то классических тем, которые обычно делают карту интересной. То есть просто крутых фишек... Ну, недостаточно, мне кажется. Ну, кстати, у паладина есть какой-то спелл. Божественный щит. Ух ты. Это тот паладин, который полностью убил Крату. Он мог еще, кажется, включить божественный щит. Ну, так, так, я не знаю, ребят. То есть, мне кажется, надо к чему-то выходить. Либо выходить там к тому, чтобы у тебя было там 5 юнитов каких-нибудь. Но это, типа, 5 сильных юнитов, которые там, типа, все, ты бы им и контролил там. Все дела, фиг пойми. Либо еще шо. То с форса убиваем. Надо к тому же стоять. Не, взрыв твой убивает. Ой, да ладно, не один взрыв. Взрывом единым сыты. Ну, мне кажется, что в такой карте реально можно было бы сделать так, чтобы у тебя было меньше юнитов, но зато они... Оп. Но зато они прям там с крутыми айтемами, что-то такое. И какая-то еще механика убийства должна быть. То есть сейчас как-то вообще не очень. Ну, то есть, как вот убить мне сейчас 4 игроков, вообще непонятно. Ладно, друзья, всем пока.